Одесские морские волки, чемпионы Украины по хоккею сезона 19-20 среди спортсменов 2007 года рождения, сделали себе приятный подарок новогодним праздникам. Команда завоевала серебряные медали международного турнира «Милан Кап 2020», который прошел в польском городе Санок. Любопытно, что в этом населенном пункте проживает всего 38 тысяч человек, но он в состоянии принять турнир с участием четырех польских и двух украинских хоккейных команд. В миллионной Одессе дворец спорта продолжает отдыхать от серьезных хоккейных состязаний. Сегодня с улыбкой воспринимаются слухи полугодичной давности о создании в Одессе взрослой мужской команды. Наверное, этот клуб играл бы в Херсоне или где-то в Кременчуге. Но не будем о грустном. Подопечные Олега Маюка уверенно переиграли «Медведей» из Санока 9-0. Не вызвало споров преимущество «Волков» и в поединке со сверстниками из Лодзи 9-2. Команды из городов Новый Тарк и Тыхы были обыграны со счетом 2-0 и 7-1 соответственно. Быть бы одесситам первыми, но наши юные хоккеисты уступили соотечественникам и харьковской «Сдюсшор» 1-4. В итоге приз за первое место уезжает в Харьков, а «Морские волки» 2007, показав результативный зрелищный хоккей, стали обладателями серебряных медалей.